Сегодня по всей области дорожная полиция проводит операцию «Безопасные дороги». С 6 утра на тюменских улицах работают мобильные группы, состоящие из инспекторов ДПС и технического надзора. Выявляют традиционные нарушения, отсутствие страховки, тонировку передних стекол. Пристальное внимание уделяют техническому состоянию машин. Проверяют наличие незарегистрированных изменений. Газовое оборудование, прицепные устройства, изменения подвески. С утра уже выявлено порядка, только здесь силами вот этих инспекторского состава, порядка 15 нарушений водителями тонированных транспортных средств. Есть нарушения, связанные с перевозкой детей. Даже задержан нетрезвый водитель. Это в одном из районов Тюменской области. В течение дня полиция будет работать на городских улицах, а ближе к вечеру наряды переместятся в районы мест отдыха и дачных поселков.